Юбилейный митинг – добрая подстава узгадать историю. В час основания Советского Союза не было ни одной значной подеи, уделу якой не примали б комсомольцы. У годы индустриализации белорусский комсомол шефствовал над будовництвом Гумсельмаша, Аршанско-Хальнокомбината, Шаши, Москва-Минск. Восьмый съезд в ЛКСМ закликал комсомольцев быть сирот организаторов коллективизации. У годы Великой Айчины сотни тысяч комсомольцев, не чекающих повесток, доброохотниками отправились на фронт. А еще были ударные отрады по ликбезе, походы молодежи в науку, освоение целины и створение вытворчих вышневских бригад. Мы тогда занимались производственными ученическими бригадами по выращиванию кукурузы. И в связи с тем, что наша область заняла первое место, мы были делегатами всесоюзного совещания по производственным ученическим бригадам в Москве. Юбилейные мероприятия, которые проходят на Гомельщине, являются складающей часткой проводимого в Беларуси комсомольского тыдня. У планах открытия 12-й Мазырской школе обновленной экспозиции, присвеченной комсомолу. У Лельчицах от молоди БРСМ и ветеранов ВЛКСМ закладут памятную капсулу. У Жлобини запросят принять удел у фотоконкурсе «Комсомол у особых». У этом же роду посадка молодежных аллей. В этом году наша областная организация инициировала в честь столетия ВЛКСМ акцию «Столетию ВЛКСМ 100 добрых дел». В ходе этой акции ребята со всей Гомельщины высаживают аллеи, разбивают клумбы, по благоустройству проводят целый комплекс работ. И это все под единым лозунгом «Столетию ВЛКСМ 100 добрых дел». Значное место у списке святочных мероприятий надается с встречам молоди с ветеранами комсомольского руху. На открытом диалогу у Гомельской городской библиотеки размова о правопераемности и протягу инициатив на родженгу комсомоле. Это и праца школы лидеров, и будатрадовский рух, и молодежное международное супрацовництво. Ветераны комсомольского руху кажут, что ВЛКСМ не просто нашел свое место в громадстве, а займался саправды корыстными справами. Правда, повторять усе до дробязи сегодня никто не закликал. Изменяется час, изменяется молодь, але одно застается. Громадско-патриотичное выхование для новой молодежной республиканской организации по-ранейшему приоритетная задача. Сравнить моего отца молодые годы и меня нельзя, чтобы одинаково лет. Почему? Потому что развитие идет. Сравнить сегодня меня и моих детей я невозможно. Почему? Потому что, еще раз повторяю, что они гораздо умнее, гораздо креативнее и так далее. Но молодежь всегда была хорошей. Олег Сентюров, Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».